нашей стоянки, первой на левом берегу, на заповедной территории Гузырипля. Какой классный вид, полянка. Вот так вот. Вот он. Поселок Игирей. Гузырипль. Добыча огня первобытным человеком. Ну что, загорелся костер? Да. Гузырипли вечер. А мы вечеряем. Кадыжинским пивом. Ростовский лещ. Сейчас съели ростовского леща. Обалденного. На другой стороне белые зарабатывают милиционеры. А мы здесь зажигаем костерок. А потом пойдем спать. А потом пойдем вон туда. Ты вот оттуда. О! Вот это да, какая-то рука. Ага. Опять же можно воткнуть так. И потом сделать вот чудо-котелок. Да. Да ладно, у нас 6 баллонов газа. Дождик идет утром. Шел всю ночь. Карах туман. И все равно хоть не скоро. Отправляемся в путь. Собираемся возле музея. Идем в заповедник. Тысяча человек. А рафтинг. И белая поднялась. Повезло ее. Дорога, по которой мы пойдем. Рододендроновые заросли. А он еще не цветет. Но вот-вот скоро.
по дороге. Ну как, Саша, Джон? Отлично. Дорога, мягко выражаясь, красивая. Полторы тысячи метров над уровнем моря снег лежит. 9-й километр. Еще 2. Очень тяжело, крайне тяжело. Ну идем, а что делать? Сейчас дашь мне лоточек. Хотя, ну да, она ж тепленькая. Смотрите, ребя, что мы нашли. В дороге течет вода. А вот прошли 10 километров. Еще 1 километр, а снега уже по колено. А водичка горная, талая. Какая вот дорога. Метровые сугробы. Идем тропе по снегу. Только стук сердца нарушает тишину леса. Жестко, жестко. Пришли к домику на 11-м километре. Вот такой надув снег. 1.5 метра. Дошли до домика. 11 километров. Из них 3 километра по снегу. Здесь еще никто не был в этом году. Такие дела. Но думаю, что нам окупится это. Потому что виды, которые открываются здесь, просто обалденные, блин.
занимается спортом. Наоборот, лучше послезавшим. Багу! Жестковато. По девственному снегу никто сюда не ходит. Только мы. Фу, или первую тропу. А за нами идет Слесаренко. Здравствуй, Томик. Уже наводишь курьерочек? Огромный печка. Буржуйка хорошая.
бревнышки. Полочки. Настоящий дом. Да, настоящий. Для жизни. Можно здесь долгое время проводить. Блин, ну почему нет, а? Тут что за приколы такие? Жилище. Теперь наш дом наполняется теплом. Март. Да, Саша, Джон. Мы ждем просвета. Будем здесь сидеть неделю. Ждать просвета. Вот такое вот у нас 2 мая. Ты что, не хочешь купаться? Иди вперед. Вот изморозь. Ну чё, кайф? Ah!
А младшего брата побыть. Открываем двери и смотрим, что же на улице. Ой. 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 Это что? Это что? Это что? Снова зима? Это что, снова декабрь? Да это не просто декабрь, это Рождество! Thank you.
Чак и Снёва Хуикс. Давай, давай! Сейчас упадет. Саша Туман.
Мы пришли к домику кота. Здесь завалено снегом. И начинается весна. Все капает. Путь дался непросто. И туман, и ветер, и снег. А сейчас еще жара с туманом, и снегом. Вообще прикол. Ну как, Саша? Ищет себе на жопу приключений. Кайф! Да душ настоящий. Thank you.
ваши впечатления о походе? Маленький поход. Красота огромная. А насыщенный?